Ребята собираются на тренировку, попутно обсуждая горячие новости плей-офф континентальной хоккейной лиги. У всех команд шанс есть. А тут только у Ска, Динамо, да ЦСКА. У всех, кроме нас. И у Йоти. Да, у них бюджет самый большой. Наколенники, шорты, защита, шлем. Все надевается строго по порядку. Особое внимание. Шнуровки коньков. Важно все. Мелочей в подготовке не бывает, уверен капитан команды Вадим Быстров. Если коньки будут расхлябаны, коньки будут болтаться, и можно проскользнуться или упасть. Или может коньки развяжутся, запутаться и тоже упасть, и можно даже травму получить. Команды хоккейной школы «Северсталь» – постоянные участники турнира на Кубок «Газпромнефти». Ребята из команды «Северсталь-2005» прекрасно понимают, что бороться за трофей главного детского турнира страны – задача не из легких. Мы знаем, что там участвуют только раз в году, и в этом турнире участвуют там сильнейшие команды. Чтобы на этом турнире победить, нужно играть в пас и никогда не мешать партнерам. Играть на своих местах. Череповчане – ребята с характером и всегда борются до конца. Ведь выиграть можно даже за секунду до финальной сирены. В этом сезоне команда дебютировала в открытом первенстве Санкт-Петербурга и завоевала золотые медали. Побеждаем, мы доказываем, что мы сильнее, что нас не зря тренируют, что мы сильная команда и готовы на все ради победы. И еще мы попутно сыграем два турнира для «Газпрома». Поэтому проверка будет серьезная, кандидаты будут серьезные. Спиной вперед тоже. Мы играем всегда на победу, это одна и та же установка из матча в матч. Другое дело, получается или нет, ближе к победе или дальше от победы, постоянно на победу. Андрей Кузнецов – заслуженный тренер России, строгий, но справедливый. Кстати, самый титулованный воспитанник Череповецкой хоккейной школы – олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич, работавший в минувшем сезоне главным тренером «Северстали», начинал свой хоккейный путь именно под руководством Андрея Кузнецова.